Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, и в этом видео покажу вам, как можно переработать, необычно используя старую клавиатуру, вместо того, чтобы выбросить ее на мусорку. Я предлагаю сделать из нее красивую подставку. Для этого нам понадобится сама клавиатура, любая досочка. Не обязательно использовать именно досочку, можно взять кусок какого-то картона или кусок доски для пластилина. Ну а также термостойкий силикон. В принципе, по удобству использования он такой же, как термоклей. Но только термоклей под воздействием горячего будет плавиться, а этот нет. Сначала нам нужно достать необходимое количество буквок из клавиатуры. Это можно сделать с помощью отвертки. У меня вот здесь на буковках есть такие небольшие ножки. Эти ножки нужно убрать, я их попросту сломаю. Вот, я уже закончил ломать все кнопки, теперь нужно приступить к их приклеиванию на досточку. Как я уже говорил, я буду это делать термостойким силиконом. После приклеивания все выглядит примерно так, но здесь видны небольшие красные остатки. Эти остатки я уберу ножиком после засыхания. В инструкции написано, что этот силикон сохнет 3 часа, но я оставлю на целую ночь. Уже прошла целая ночь, силикон успел застыть, и теперь ничего не отпадает, и все хорошо держится. Осталось только убрать мелкие косяки, которые случились, когда мы приклеивали кнопки. В конечном итоге у нас получилась вот такая вот подставка. Обычную досочку, на которую тоже можно ставить горячее, мы немного украсили, и теперь она выглядит эстетичней. Если вам понравилась такая подставка, то поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, по желанию напишите какой-то комментарий. Всем пока!